Сегодня мы расскажем вам о Теремном дворце в Московском Кремле. В юго-западной части территории Московского Кремля на рубеже 15-16 веков был сооружен каменный двухэтажный дворец великого князя Ивана III по проекту итальянского архитектора Левиза Фрязина. В 1630-е годы этот корпус надстраивается еще тремя этажами со сложным белокаменным декором фасадов. Именно этот надстроенный объем в настоящее время принято именовать Теремной дворец. Несколько лет назад мастерская номер 13 Моспроекта 2 разрабатывала проект реставрации здания Теремного дворца. Главный архитектор проекта – ваш покорный слуга. Проект этот не был реализован, но в 2020 году в сборнике научных статей музеев Московского Кремля вышла наша статья «Теремной дворец. Хоромы царя Михаила Федоровича». Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с результатами проведенных первоочередных исследований этого выдающегося с ограниченным доступом памятника. Столичный дворец царя Михаила Федоровича – это дворец монарха, первого лица государства. И он, безусловно, должен занимать исключительное место в истории культуры позднего средневековья России. С учетом же значительной сохранности его облика, это здание следует признать центральным произведением отечественного гражданского зодчества первой половины XVII века. На фасаде здания сохранилась белокаменная доска, которая сообщает: «Божией милостью и по воле государя, царя и великого князя Михаила Федоровича и всея Руси самодержца и многих государств обладателя сделаны сии хоромы его государевым детям, царевичу князю Алексею Михайловичу и царевичу князю Ивану Михайловичу в лето от сотворения мира 7143. Сразу по завершении строительства пребывавший в Москве Адам Алиарий писал: «Великий князь Михаил Федорович для сына своего построил великолепное строение и дворец на итальянский манер, но сам он, ради здоровья, жил в деревянном здании. Жители этой страны не любят жить в каменных домах, потому что, когда печи в них истоплены, то ударяет в голову и причиняется головная боль. По этой причине непременно строят для зимы подле каменных деревянные дома». На гравюре 17 века мы видим теремок с высокой кровлей в шашку, гульбище вокруг него, а справа виднеются деревянные срубы и шатровые кровли деревянного дворца. В составе работ проекта реставрации впервые были изучены все помещения здания и установлено вероятное их первоначальное назначение. Помещения третьего этажа с низкими сводами имели вспомогательное назначение. Здесь размещались кухни, стражи и другое. Парадные залы – это залы четвертого этажа со сводами до 4,5 метров высотой. Сомкнутые своды с остроконечными распалубками, 4 убывающих по размеру зала, как видно на плане, идут цепочкой и объединяются сквозной системой дверных проемов. Отметим, что, не отрицая художественной выразительности этого приема размещения залов в виде условной анфилады, эта цепочка проходных помещений одновременно еще являлась системой эвакуационных выходов через верхние этажи каменного этажа из деревянного дворца, совершенно необходимые в случае пожарного времени. Надо сказать, что в эти годы, в 20-30-е годы 17 века,
неоднократно случались пожары на территории Кремля. Еще ко всему прочему, царь Михаил Федорович в это время еще и скорбел ножками. Из переднего двора проходим через золотое крыльцо в государево переднем сене. Это просторный зал, предназначенный для ожидания прибывших на прием, на царский прием знатных персон. Второе помещение – это государева передняя изба. Здесь думный дьяк слушает дела, берут челобитные. Третий главный зал – царская комната, она же золотая, относительно небольших размеров, менее 50 квадратных метров. Эта комната малых приемов царя Михаила Федоровича обращает на себя внимание тем, что сюда открываются сразу три резных белокаменных портала. Отделка стен и сводов, сюжетные росписи в технике сплошного золочения. Следующее помещение – верхняя крестовая, она же моленная, перекрыта оригинальным сетчатым сводом. Помещение теремка представляет собой цельное в гармоничных пропорциях пространство. Это самый большой по площади и высоте залов теремного дворца. Предполагается, что это была парадная столовая, пиршественный зал. Как полагают исследователи средневекового быта, пиры и застолья с большим количеством приглашенных являлись едва ли не главным развлечением того времени. Помещение также перекрыто изящным сетчатым сводом. Едва ли не важнейшей проблемой первых Романовых, как считают историки, было доказательство легитимности их избрания на царство. И главным аргументом при этом являлось родство царя Михаила Федоровича с первой женой Ивана Гроздова Анастасии. Насколько это было важно, достаточно вспомнить, что в 616 году, согласно царской свадебной традиции, невесту царя Михаила Федоровича переименовали именно в Анастасию. Сооружение теремного дворца, видимо, также следует рассматривать как самоутверждение и символическое обоснование законности избрания новой династии. Заказчики стремились подтвердить династическую преемственность самим фактом сооружения нового каменного дворца в виде надстройки над великокняжеским дворцом Рюриковичей, в котором находилась золотая царицына палата, как полагают, которая также была связана с именем Анастасии, первой жены Ивана Грозного. Поэтому полагаем, что оформление интерьеров, главное среди парадных залов теремного дворца, золотой комнаты, также задумывалось как символическое воспроизведение оформления интерьеров золотой царицыной палаты, входившей в состав помещений теремного дворца. Выше приведенный текст закладной доски о том, что сии хоромы построены царским детям, полагаем, не следует понимать буквально. Скорее всего, сооружение зело причудных палат являлось материализацией надежд общегосударственного значения на дальнейшую непрерывность царской власти династии Романовых. Так как к моменту завершения строительства теремного дворца царевичу Алексею было 6 лет, а царевичу Ивану 2 года. И то, что царевич Алексей Иван, будущий правитель России, вот факт, не подлежащий обсуждению. Вот, вероятно, таким был подтекст этой белокаменной доски. Но отметим, что сама по себе эта надпись оказалась гениальным предвидением последующего 300-летия правления династии Романовых. Возведение в 630-е годы такого беспрецедентного многоэтажного высотного каменно-деревянного здания теремного дворца стало знаковым событием для всего
комплекса зданий Московского Кремля, недавно пережившего разрушение в результате событий 612 года и ужасающего городского пожара 626 года. Это эффектное здание, наряду с надстройкой шатра Спасской башни Московского Кремля, стало материализацией архитектурными средствами могущества, величия и возможности новой восходящей царской династии, династии Романовых. Конечно же, сказочный образ этого царского дворца поражал современников новизной художественного образа и явился зримым символом преодоления долгих лет бедствий и трагических событий смутного времени. Данное сообщение является предварительным, и надо продолжать исследование этого важнейшего памятника отечественного зодчества. Все, спасибо за внимание.